не пишутся, случаются, как чувство или же закат. Душа простая соучастница, не написал, случилось так. Поэзия помогает мне жить и двигаться вперед, так сказал о себе Андрей Овчинников. Он начал рифмовать строчки еще в детстве, и сейчас, со временем и пережитым опытом, в его стихах звучит настоящая мудрость и искренняя доброта. Сборник «В парящем облаке рассвета» для него уже третий. Он повествует обо всей его жизни. И, как у каждого поэта, в этих стихах есть и горе, и радость, и счастье, и боль. Но главное место, я думаю, занимает все-таки, наверное, любовь. И моими любимыми понятиями и образами в поэзии, в частности, да, являются время, река и счастье. И вот в этом сборнике, так же, как в предыдущих своих сборниках, я отправляю читателей по реке времени к постижению понятия счастья. Андрей Овчинников – педагог по призванию. Своим ученикам он не только дает уроки режиссерского искусства, но и учит их доброте и состраданию. В этом ему помогают мировая литература и его собственные произведения. К стихам он обращается в своих постановках, превращая поэтические строки в театрализованное шоу. И не раз соавтором этих представлений становился Николай Левашов, который придумывал для него художественное оформление спектаклей. И, конечно, вот эта работа с режиссером очень интересная. Она просто дает возможность как бы по-разному на некоторые вещи смотреть, потому что каждый взгляд по-своему. Вот, поэтому вот отдельно, что вот так вот, вот эта работа мне больше нравится, меньше нравится, вот такой нет. Они все как-то западают в душу все равно в любом случае. Авторский вечер Андрея Овчинникова украсили не только эскизы коллеги по сценическому ремеслу, но и песни, написанные композитором Ларисой Санжиевой и улан-удэнскими бардами на его стихи. Их тепло встретили зрители, писатели и поэты, почитатели таланта автора, его друзья и читатели библиотеки. А их самих согрели доброта и душевность поэтических строк. Софья Евдокимова, Нима Роднаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».